раз всем привет! Я решила снять еще одно видео и расскажу вам про свой заказ Oriflame по 17 каталогу. Как обычно, все пришло вот в таком вот пакетике. Вот так вот выглядел 17 каталог. И давайте приступим. Первое, что мне положили, это следующий каталог. Уже номер один. 13 декабря по 26 января. Вот так вот выглядит. Внутри также разные брошюры, прайс-лист, ну и все такое. Итак, первое, что я заказала, это был набор. Состоял он из двух продуктов из серии Nature Secrets. Первое, это вот такой вот гель с отшелушивающими частичками. 250 миллилитров, пока не пользовалась, тоже, скорее всего, пойдет кому-то на подарок. И второй — это крем, тоже с малиной, 75 миллилитров. Такая веселенькая, вкусненькая упаковочка. Вот, тоже такой вот набор. Дальше заказала еще один крем. Это в дополнение к тому набору, который я заказывала в прошлом каталоге с манго. Тоже Nature Secrets. И также заказала два мыла тоже из этой же серии. Обожаю эти мыльца. Тоже всем советую приобрести. Первое тоже манго и жожоба. Второе — это мандарин и зеленый чай вроде как. 75 грамм, ну тоже одно на подарок, одно в себе. Далее приобрела я себе вот такой вот пробник туалетной воды. Так, Pretty Swan называется. В новом каталоге он выглядит таким вот образом. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот красивый флакон. Ну, ароматы я описывать, к сожалению, не умею, но скажу, что, как заявлено, что входят нотки абрикоса, действительно пахнет чем-то таким фруктовым, но не скажу, что чисто фруктами. Есть какой-то такой тонкий аромат. Не знаю, как его описать просто. Что делает этот аромат таким непревзойденным, скажем так, легким и каким-то кокетливым. Но аромат, конечно, относится к категории сладких. Но мне он понравился, так что я присмотрюсь к этой туалетной водичке. Может быть, ее даже себе закажу. Дальше в 17-м каталоге была акция. Две помадки 100% цвета за 129 рублей. То есть со скидкой еще мне она обошлась вообще, по-моему, в 100 рублей. Такие вот помадки, первые в оттенке софт карамель. Вот так вот она выглядит. Такой интересный оттенок. Я в последнее время люблю такие ненавязчивые оттенки, не яркие, в каких-то таких светлых тонах. Вот так вот выглядит, как такая персиковая помада. Пахнет тоже очень приятно. И вторая помада в оттенке Shell Pink. Вот так вот она выглядит. Вот такая вот. Ну, сиреневатая такая, но я ее, скорее всего, подарю своей бабушке, так как она любит такие цвета. Мне они, в принципе, тоже нравятся, но я думаю, помаду приятно получить, конечно же. Следующее, так, подвину сюда, что я заказала. Была, значит, в каталоге акция от Giordani Gold. Вот сейчас я даже покажу. Вот такое вот зеркало всего лишь за 49 рублей при покупке любых двух продуктов со страниц Giordani Gold. И заказала я
две вот такие вот штучки. Первое — бальзам для губ, и второе — помада. Давайте начнем с бальзама для губ. Lip Elixir, 4 грамма. Такая вот упаковочка красненькая. И вот так вот он выглядит. Конечно, упаковочка такая дешевенькая, но это не главное. Мне все равно понравилось вот это вот оформление. Так. Вот так вот выглядит бальзам для губ. Такой беленький. Он вообще, можно сказать, ничем не пахнет, но такой легкий аромат бальзамов для губ стандартных. И он дает оттеночек. Вот видим, да? Такой перламутровый. Ну, на губках смотрится очень красиво. Ну, немножечко он выбеливает, конечно, но мне все равно нравится. И также я его уже попробовала. Он очень классно питает губки. Питает и увлажняет их. И в дополнение ко всему, как такой легкий блеск на губах. То есть бальзамчик мне очень понравился. И следующая от Giordani Gold. Это помада. Ruby Lipstick. Так, она уже выглядит вот таким вот образом. Здесь такая красненькая полосочка и такой камушек. У меня оттеночек Gold Dust. По-моему, так читается это. Вот так вот он выглядит. Он с множеством различных блесток. Запах у нее такой дешевой помады, конечно, но в целом не страшно. Она дает легкое-легкое свечение. Так вот выглядит, то есть как такая перламутровая с золотистыми блестками. Тоже выглядит как какой-нибудь блеск для губ, можно так сказать. То есть здесь в этом бальзаме серебристые переливы, а здесь уже золотистые. Но помада мне понравилась, она не чувствуется на губах совершенно. Я люблю такие помады. Но единственное, что отдает запахом старой помады, ну а так все равно. Цвет мне тоже очень понравился. И как раз-таки за два средства от Giordani Gold получила я вот такое вот зеркало за 49 рублей. Шло оно вот в такой вот упаковочке. Сейчас я его открою. И вот так вот оно выглядит. Такое оно мягкое. Ну, смотрится очень даже красиво. Здесь такая бабочка. Так, сейчас я его открою. Здесь такое увеличительное стекло. Здесь также шла защитная пленочка, а здесь уже стандартное зеркало. Вот. Такое зеркальце. Очень мне понравилось. Следующее. Тоже была акция в каталоге. Там, значит, шли кристаллы для волос. Вот так вот они выглядят. Ну, я, если честно, почему-то думала, что они будут выглядеть как-то иначе. Но сейчас покажу. Значит, нужно было купить любое средство на вот этой вот страничке. Я выбрала лак для волос. Вот такой вот. Ну, еще пока не пользовалась. Hair X, как-то так он называется. 200 мл. И тут у нас сильная фиксация. Ну, я думаю, лак мне понравится, лак как бы лишним не бывает. И вот они, те самые стразы для волос. Они такие малюсенькие. И также здесь шла инструкция. Сейчас покажу. Так, открываем. Вот они, эти стразы. В такой упаковке. То есть, ну сколько здесь штук? 17, 14, 16, 18, 20, 22 штуки этих страз.
Вот такая вот брошюрка. Я, если честно, долго искала, где русский язык. Вот нашла. Кристаллы для волос. Значит, для достижения эффективного результата нужно прочитать инструкцию. Наносите кристаллы на сухие волосы для достижения наилучшего результата. Используйте на чистых волосах. Отрежьте одну полоску с кристаллами, удалите с полоски белую пленку, отделить прядь волос кончиками пальцев, прижать к ней полоску с кристаллами и с помощью выпрямителя сожмите прядь и кристаллы и отделите от волос прозрачную пленку. Также можно наносить по одному кристаллу, а можно целой полоской. И также вот, можете прочитать, как удалять эти кристаллы. На самом деле, интересная такая штука. Я знаю, что такие кристаллы делают в салонах красоты. Но не знаю, получится ли у меня сделать такие кристаллы на волосы. То есть, в принципе, нужно отделить прядь. И как раз вот такая вот полоска будет на целую мою прядь. То есть, на два применения сойдет. Ну, не знаю, попробуем. Интересно, конечно. Вот. И последнее, что я заказала, это самая, ну не самая, а предпоследняя страничка. Три вот таких вот средства за 179 рублей. По скидке они мне обошлись в 150 рублей. Я люблю такие средства, обожаю. Тут еще и новинка, миндальный сюрприз. Вот они, три карабуськи. Итак, первое как раз-таки с миндалем. Очень нравится мне вот эта коробочка, вообще прям оформление. Вот такой вот кремовый цвет. И внутри все выглядит стандартным образом. Запах. Хочется скушать. Пахнет кокосом и миндалем. Кто пробовал, может быть, шоколадку Alpen Gold новую с кокосом и миндалем, запах один в один, очень приятный. Так что буду с удовольствием пользоваться и даже на губки буду наносить. Следующий с карамелью. 15 мл у них тоже. Очень красивое оформление. Вот такой вот цвет. И вот так вот выглядит. Запах один в один, как у Эйвона, Планета Спа, африканская экзотика. Вообще один в один. Не очень мне, кстати, нравится этот запах, но буду использовать его на локте. И последний, вот такой вот черненький, с шоколадом. Такой вот черный бочонок. Аромат. Но я бы не сказала, что пахнет чисто шоколадом. Здесь он какой-то более химический. Или как бывает такой шоколад дешевый, который, может быть, стоит рублей 10. Как я его называю, пластилин. Ну, не очень приятный запах, но все равно буду использовать. Я непривередливая. Вот поэтому мне все равно все это нравится. Вот такие вот бочонки. И, кстати, в каких-то следующих каталогах выйдет еще и кокосовый. То есть прям вообще радости нет предела. Вот это был весь мой заказ по 17-му каталогу. Следующий каталог выглядит таким вот образом. Тоже посмотрю, выберу себе что-нибудь. Ну и на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока!